Давай накладывай побольше. Я кручу, но может и не выстрелить, не бойся. Всем привет! Вы на канале Крошка Ксю, только я не знаю, куда Ксюша пропала. Ксюша, иди быстрее! А, вот ты где спряталась. Сегодня у нас... Торт в лицо! А, вот такая вот игра «Торт в лицо». Я очень хотела в нее поиграть. Ну, какая интересная игра. Открывай. Рука! Рап. Плямсь. Это сюда надо сливки накладывать? Да, вот накладываешь, можешь рисовкой какую-нибудь. А, вот так вот по лбу, прям. Так, что здесь такое внутри? Сейчас посмотрим. Мальчик, рулетка. Хорошо. Папа, я не понимаю, как вставлять. Это ручки. Сейчас разберемся. Или не надо было этот кружок убирать? О, это вот так вот. Вот, ты стрелочку крути. Папа, ты будешь начинать. Значит, здесь вот такое вот... Стрелочка. Да, здесь вот такая вот стрелочка и такие деления с разными циферками. Вот, если попадешь на троечку, надо три раза. Если выпадет на троечку, нужно покручивать вот эту ручку три раза. За эти три раза лопатка может, эта рука, и не сработать. Значит, тебе повезло. Значит, ты не получишь сливки в лицо. Вот. Ну, а может, и с первого раза, если провернешь, вот я тут много, долго кручу, она не сработала, вот сработала. А может, и с первого раза сработать, может, и единички будет достаточно. В общем, тут как повезет, да, Ксюша? Ой. Есть еще вот, вот это... Это еще раз крутишь? Да, еще раз, а это пропуск хода. Какой? Вот это пропуск хода. Ну, это повезет, если пропустишь ход, да? Давай, я кручу первый. Кручу еще один раз. Три. Три раза. О-о-о. Давай. Розовенький. Я тебе побольше. Давай накладывай побольше. Три. Ну, зато вкусно. Папа, да не больно было? Нет, оно мягкое. И оно все сразу прилипло к лицу. Давай, крути рулетку. Два. Подставляй лицо. Папа, ну не страшно. Подставляй, подставляй. Такие уж правила игры. Не бойся, смелее. Зато потом сможешь кушать сливки. Везунчик. Кушает сливки. А кто не играет, тот сливки не кушает. Я кручу. Ну, может, и не выстрелит, не бойся. Папа! Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Дай салфетку, малыш. Сейчас я тебя... Стой! Подожди. Веселая игра, что я могу сказать. Хотя это прикольно. Ломай. Теперь я кручу. Можно пропуск хода? Дай мне сколько? Пропуск хода. Один. Три. О. Опять я три. Я тебе, хорошо? Все, хватит. Накладывай побольше, побольше. Чтоб мягко было. У меня три раза. Я тебе кручу. Раз, два. Покажись. О, как красиво! Это реально красиво. Ой! Тебе красиво, а мне не очень. У нас 0-0. Раз и второй раз. Ты зарабатываешь 4 балла. Теперь кручу я. Что же мне выпадет, сколько? Я хочу пропустить ход. Пропустить! Есть! Я пропускаю ход! Сколько я? Раз. Но я все равно тогда и не получается не зарабатываю ни одного балла. Два.
Так подожди, ставим на ровную. Давай. Крути. И ты пропускаешь? Четыре. Четыре, нет. Вот, видишь? Ну, тебе выпало, если честно, на пропустить ход. Четыре. Вот. Хочешь четыре? Давай четыре, я не против. Можно учить? Выпало. А, так ты можешь сколько хочешь крутить. Можешь два, можешь один. Можешь три, можешь четыре. Выбирай, сколько хочешь. Два. Два, давай. Два. Итого у тебя же 6 очков. 8? Нет, а если ты все не прокручиваешь, то очки не удваиваются. А, у тебя 6. 6. Так. Ой. Мне нужно 4, чтобы мне торт не выстрелил в лицо. 2. Давай. Раз. Два. Фу. Ручка отвалилась. 4. У меня 4 очка, у тебя 6. 2. 1. Фу. Нет. У тебя 6, один удваивается, у тебя получается 8 очков. У меня 4. 1. Подожди, ручка. 1. Не повезло. Какой-то несчастный 1. И тот полетел мне в лицо. Крути, твоя очередь. Ой. Давай, ты там крутилась. Еще раз. Это значит еще раз. 1. Один раз. Стой, сливки сначала вот это. Я кручу тебе. Не было. Еще раз. Нет, стоп. Так нечестно. Твои очки удваиваются. У тебя уже 10 очков. А я ж, конечно, сейчас получу торт в лицо. Да? Два. Да. Давай, я тебе кручу. Раз, два. О. Фу. 6. Почему? У меня было 4, и 2 удваивается, если не получаешь торт в лицо. 4 плюс 4, получается 8. У меня 8, у тебя 10. Я тебя догоняю, Ксюша. Крути. 4! 4 раза будешь крутить? Ты ж можешь выбрать там или 1, или 2. 4. 4, я кручу. Дайте. Раз. Два. Холодно! Красотка, расскажите, как вы себя чувствуете, ощущаете? Холодно! Продолжаем. Крути. Теперь моя очередь. Мне надо 4, чтобы 4 раза торт не попал мне в лицо. 3. Раз, два, три. Фу, слава богу. Значит, 8 плюс 3, 3 удваивается, это получается 6. 8 плюс 6, получается 14. Мне не хватает 1 балла до победы. Я сейчас не попаду. Можно один раз? 3. Если 3 раза я прокручу, и тебе не попадет торт в лицо, тогда ты победила. Один, два, попало. Мне остался 1 балл. Вот если сейчас на этой рулетке мне выпадет 1, и торт лицо мне не попадет, я выиграю. Мне, в принципе, может выпасть любое число, я загадаю 1, этот 1 раз торт лицо мне не выстрелит, и я выиграл. А я буду есть сливки. Ой, помешали пальцы. Все, смотри, ты ж следи. 3. Но я загадываю 1. Уже можно называть любое число. Например, я хочу 1 раз. А, попадет. Есть! Не выстрелил! А я в самом начале так проигрывал. И все-таки я выиграл. Кому понравилось видео, ставь лайк. И подписывайтесь на наш канал. Кроска, всем пока. Всем пока.